Скоротная, Слободзейский район. Второе лето подряд в Доме культуры капитальный ремонт. В прошлом году поменяли окна, построили новую котельную, провели систему отопления. Сейчас ремонтируют концертный зал. Долгие годы здесь протекала крыша. 8 лет назад ее отремонтировали. Но плесень буквально съела всю красоту росписи на потолке. Лепнина потемнела. Пока крыша текла, тут было сыро, тут было так угрюмо. Просто текло везде по кабинетам, тут еще более-менее так. А кабинеты есть, которые вообще и пол там сгнил, и все. Был цвет голубой, это он так стал серый от плесени. И мы постараемся тоже, чтобы сделать вот потолок, думаем, что делать светленьким, чтобы просто этот зал, чтобы он стал светлее, потому что высокий, красивый. Дом культуры построили в 1967 году, а уже ближе к 80-м здание было украшено изысканной лепкой и росписью. Зрительный зал на 540 человек. Есть большой балкон и сцена. Сначала все было проще, а потом вот сделали, колхоз был богатый, и делали красоту вот для людей. Сцена у нас большая. Вот мы были в Домах культуры, мы обычно, когда выступаем, у нас очень хорошая, красивая сцена, большая, есть где развернуться. Тут и ансамбль «Жок» танцевал когда-то, были разные артисты. Сцену тоже отремонтируют, а также обновят все освещение в зале. А пока репетиции проходят в кабинетах и свободных помещениях Дома культуры. Коллективы готовятся к празднику Дню семьи, любви и верности.